На площади Победы в День города развернулся гастрономический фестиваль, на котором можно было отведать все, чем богат Староскольский округ. Кулинарные мастер-классы, дегустации и большой торт. Вкусный праздник собрал тысячи староскольцев и гостей торжества. Еда на все времена. Площадь Победы превратилась в большой хлебосольный стол, за которым можно было попробовать все от купеческих разносолов до кулинарных шедевров нового поколения. В воздухе витали необыкновенные ароматы. Прямо на глазах у гостей на гриле готовили мясо и экзотические десерты. Блюдо из настоящего, я бы сказал. То, что сейчас очень модно и интересно готовить в достаточно популярных ресторанах, это десерт на гриле. Мы сегодня приготовим с вами бисквит, который мы выпекали из пшеничной муки. Акцент фестиваля на здоровую и полезную пищу. Так студенты медколледжа призывали всех отказаться от газировки. Почетным гостям представили советский общепит и современный шведский стол. Все из продуктов местного производства. Свежая выпечка, шашлыки, сладости, овощи и фрукты. Особенно многолюдно было у павильона компании «Промагра». Староскольцы продегустировали новую продуктовую линейку. Фирменные колбаски, купаты, котлеты и запеченный окорок. Шашлык вообще прям супер, мягкий, тает во рту. Молодцы, ребята. Кульминация гастрономических шедевров стал огромный праздничный торт, отведать который смогли все желающие староскольцы. Он такой красивый, большой, такой замечательный. Я такого никогда не видела. Очень замечательно. Это так и надо каждый год. Староскольский агротехнологический техникум организовал мастер-класс по росписи пряников, созданию фруктовых канапе и лепке вареников. Команда детского сада «Рябинушка» поделилась своим фирменным рецептом. Дружба, любовь – это самое главное, а все остальное – умение хозяйствовать. Мы просто встретились с дружным коллективом и услышали, что здесь такое коллективное мероприятие, и мы, естественно, дружным коллективом решили поучаствовать. Мы везде всегда вместе. Очень интересно, каждый год все новое, вот, очень красиво все. Сегодня интересная очень программа у нас. Сегодня классный праздник. Очень приятно, что наконец-то наши власти обратили внимание на воду, на питание людей. Я думаю, что это будет не только на празднике, а и сохранится такая тенденция на потом. Спасибо всем организаторам, всем участвующим. Разнообразные фотозоны, уроки от ремесленников – все это в сопровождении концерта творческих коллективов города. Праздничные гуляния на площади Победы продолжались до позднего вечера. Оксана Шиманович, Сергей Иваниченко, Денис Остапенко, 9 канал.